Книга «Открытым оком», том 3, тема «Природа». Вопрос 1053. Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. Василий Великий считает, что небо и земля – это нужно понимать в буквальном смысле, видимый нами земной шар и небосвод. А в законе Божьем пишется, что небо – мир ангельский, земля – неустроенное вещество, из которого Бог устроил потом видимый мир. Так как земля же была безвидна и пуста? А как вы считаете, что подразумевается под словами «небо и земля»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Считаю, что прав Василий Великий, но правы и те, кто вкладывает и второй смысл. Одно другое дополняет, но не противоречит. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть никто о Боге мне не скажет. Скажет ива ночью над рекой, скажут звезды, скажет буйный ветер, и колосье в золото, и лес, и закат в прозрачный летний вечер нам откроет дверь в страну чудес. Мир безмолвный нам о Боге скажет, скажет громом, молнией, грозой, скажет солнцем и росой, что ляжет на траву серебряной слезой. Пусть никто о Боге нам не скажет, пусть не слышен голос нам живой. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Вера Кушнер.